себя обмануть. Не прелюбодей, не блудница, не вор, не женоподобный мужчина, не гомосексуалист, не пьяница. Грешники! Грешники! Нет. Никто не унаследует Царствие Господне, если не пойдет путем нашего Спасителя Иисуса Христа, путем спасения и благодати, ради которых Он отправился на крест и в боли и страданиях искупил нас, нашу плоть, наши грехи. Именно ради нас Он погиб. Аминь. Очисти душу, пожертвуй согласно совести. Благослови вас, Господь. Вас тоже, вы вдохновляете нас. Знаю, сын мой, очисти душу, пожертвуй согласно совести. Кровавая магия. Двадцать пять лет спустя. Его нет. Он умер. Сегодня ты будешь в третьей комнате, крошка. Руками не трогать. Привет. Папочка не говорил тебе, что ты долбаная шлюха? Покажи мне задницу. Раздвинь булочки. Шире. Да, раздвинь их до упора.
Говори, что хочешь увидеть, она сделает все. Потрогай свою киску, крошка. Ну давай. Твою мать. Мой друг женится через неделю. 50 баксов, если позволишь ему трахнуть себя в задницу. Сними туфли и сунь каблук себе в задницу. Дашь мне погасить это об спину? Сейчас ты возьмешь этот ремень и начнешь душить себя им. Просто бери и делай, как я сказал. Сегодня я ел всего два раза. Подайте хотя бы мелочь. Привет, Чарльз. Привет. Спасибо. 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 Хорошего тебе вечера. Спасибо, ты просто ангел. Я пишу, чтобы сообщить о смерти вашего отца Мэтью Холла. Это официальное уведомление о смерти из канцелярии округа. Если захотите позвонить и назначить встречу, мы работаем 5 дней в неделю с 9 до 5 часов. Простите, что пишу вам при таких обстоятельствах. Пожалуйста, свяжитесь с нами по получении. С наилучшими пожеланиями, Тайлер Уотерс, канцелярия округа. Смотри, как они приятно пахнут. Мам, она сломала мой цветок. Грейс. Какой цветок ты любишь больше? Какой больше всего тебе подходит? Вон тот. Сови его. А теперь оторви его стебель. Но зачем было это делать? Он же сломался. Цветы ломаются, если их разделить. Но вместе они сильны. И я хочу, чтобы вы это помнили. Ты мечтаешь есть тюленей? Запивать их шампаньем? Зачем же быть рыбешкой, если можно быть китом? Хочешь прокатить подружек на Феррари с ветерком? Но зачем же быть сардиной, если можно быть китом? Гуччи, Прада и армяне будет все в шкафу твоем. Друг, забудь же, что ты рыба, ты же можешь стать китом. Зачем быть рыбой, зачем быть рыбой, зачем быть рыбой, если можно быть китом? Зачем быть рыбой, зачем быть рыбой, зачем быть рыбой, если можно стать китом? Ну зачем быть рыбой, нужно быть китом. Ну зачем быть рыбой, будь китом. Зачем быть рыбой, если можно быть китом? Орка88.ком. Пиратское казино номер один. Когда вы вместе, вы сильны. Хорошо, мама. Да, мама.
ты здесь? Сирена. Куда ты уехала? Почему ты уехала? В каком смысле? А куда делась ты? Ты просто сбежала, не сказав мне ни единого слова. Ты даже не пыталась забрать меня с собой. Он сказал мне, что ты сбежала. Я повсюду тебя искала. Ты просто испарилась. Он соврал. Он обманул нас обеих. Он сказал тебе, что я сбежала, а мне, что сбежала ты. Я оставалась так долго, как могла. Пожалуйста, прости меня. Как тебе жилось? Все было хорошо. Открой ты. Никто не знает, что я здесь, и я не хочу никого видеть. Есть кто? Могу я вам помочь? Грейс, вау. Я видел машину перед домом и решил рискнуть и заглянуть. Я давно пытался вас найти. Вы главная наследница, а завещания нет. Тайлер из канцелярии округа, конечно. Простите. Прошу, проходите. Спасибо. Я хотел лично сообщить вам о кончине вашего отца. Спасибо. Я очень ценю это. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Я могу предложить вам чаю или воды? Спасибо, дорогая. Воды будет достаточно. Пожалуйста. Спасибо. В общем, мы оба понимаем, что дому нужен очень серьезный ремонт. За ним не очень уж и следили, но, учитывая размер земли, уверен, мы сможем прийти к заключению. Я с радостью избавлю его от хлопот. В наше время деньги нужны всем, верно? Судя по вашему письму, я решила, что вы пишете мне из сочувствия. Нет, подождите. Слушайте. Да, я хотел сообщить вам, естественно. Но я решил, что вы захотите продать дом, и предлагаю вам помощь в этом. Сейчас для меня не время думать о таких вещах. Я пока просто пытаюсь осознать все, что на меня свалилось. Хорошо, я понял. Слушайте, давайте не будем торопиться, ладно? Думаю, нам надо просто получше познакомиться. Вот и все. Прошу вас, сейчас же уходите.
О, Грейс. Ты правда меня не помнишь, да? Теперь помню. Да, спасибо. Пошли. Я покажу тебе комнату, в которой ты сможешь жить. Она отлично тебе подойдет. Уйди с дороги. Что это ты делаешь? А что такого? В чем проблема? Прекрати это, Тайлер. Тайлер, прошу, просто уйди. Просто уйди. Да ладно тебе. Я пытаюсь найти тебя уже несколько недель. Будь моя воля, твой отец гнил бы в безымянной могиле, но я пытаюсь помочь тебе, чтобы ты могла жить дальше. Я знаю, что ты всю жизнь бегала от него. Это не то место, где ты можешь быть и которое хочешь помнить. Пожалуйста, просто уходи сейчас же. На случай, если передумаешь. Почему ты не помогла мне? Неважно. Он ушел. Думаешь, стоит продать дом? Слушай, ты только приехала. Давай не будем об этом сейчас. Может, нам было бы лучше начать все сначала? Это и есть наше новое начало. Нам больше не придется бояться пьяных наездов или звука его кожаного ремня. Не надо. Все стало хуже, когда умерла мама. Не надо, хватит. Все эти рубцы и синяки. Пожалуйста. Ты не представляешь. Зачем ты это говоришь? Нам бывало невыносимо больно. Грейс, хочешь, я покажу тебе следы от рубцов и синяков? Тогда ты сама начнешь кричать о пощаде. Сирена, что случилось? Ты стала уже совсем взрослая, да, Грейс? Я скучал по тебе. Проснулась спящая красавица. Что случилось? Как долго я была в отключке? Пару часов. Это колдовские штучки мамы? Где ты нашла ее книгу заклинаний? В ее секретном тайнике. Помнишь, как мама обучала нас саду? Мам, она не шевелится. Вот. Возьми свою сестру за руку. Мне страшно. Родная, с тобой ничего не случится, пока я нахожусь рядом. Обещаешь? Да. А если тебя не будет рядом? Тогда рядом будет твоя сестра. Мама, а она мертва? Ничто никогда не уходит навечно. Вастер двор. Исчез, кафанден мертв.
Нас ничто никогда не уходит навечно. Хильди? Хильди, мы здесь, дорогая. Мы рядом, Хильди. Позаботься о девочках. Не бросай меня, Хильди. Ты не можешь бросить меня одного. Вместе вы сильны. Хильди. Не надо, Хильди. Нет. Нет. No. Нет. No. Нет. No. Нет. No. Нет. 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 Пожалуйста. Нет. Не делай этого. Идите в свою комнату. Сейчас же. Вы что, глухие нахрен? Убирайтесь. Убирайтесь вон отсюда, прочь с глаз моих. Прочь с глаз моих. Прочь с глаз моих. Отец сказал тебе, что я сбежала, чтобы сбежала ты. Чтобы ты не узнала. Чтобы никто не узнал. Что у меня 3 раза не было месячных. Как ты смогла удержать это в тайне от меня? Я даже не знала, что у тебя есть парень. Я хорошо это скрывала. Отец получил по заслугам. Он умирал медленно. Угасал на глазах. Алкоголь заставил его сгнить изнутри. Что случилось с ребенком? Сейчас он в лучшем мире. Очень далеко отсюда. Что случилось? Расскажу как-нибудь в другой раз. Он просто не смог смириться с потерей мамы. Я пыталась поддерживать тебя, заменять ее для тебя. А он просто не смог справиться. Его ответом на любую проблему был алкоголь. Грейс, он ударил меня по лицу, когда мне было 6. Тебе пришлось приложить к моему лицу пакет замороженного горошка, чтобы снять синяки. А помнишь, как он схватил меня за руку и тащил по лестнице? Да, я помню. Тогда помоги мне замучить его душу. Сирена, он покинул этот мир с измученной душой. Грейс. Я хочу, чтобы ты хорошенько подумала над этим. Помнишь, как мы лежали в постели ночью, держа друг друга за руки и напевая в голове? А потом мы поднимались вверх над своими телами. И прямо в небеса. Мы держали друг друга за руки и летали над деревьями. А потом летели к луне.
И мы просто лежали на ней. Ничего такого не было. Этого не было, этого не было. Даже если ты не помнишь или не хочешь верить, что это случилось, то знай, что он делал мне очень больно. Он просто трогал, просто трогал. А иногда он трогал себя. То, что он сделал с нами, это ненормально. Он похоронен на заднем дворе. Ты можешь проклинать его, ничего не боясь. Можешь кричать на него и говорить, кто он такой. Я должна была приехать, когда он был жив, чтобы заставить его чувствовать боль, которую он причинил тебе. Мы можем его вернуть и заставить его заплатить. Вернуть его? Как? Когда приходит ночь, и мир окутывает мгла, мы произнесем заклятие и вернем того, кто ушел от нас. Душу очень темную, мерзкую, скверную. Мы проклянем и вернем на землю бренную. Пусть не упокоится и не узнает сна. И вечно мучается в гонениях она. Все хорошо. Что теперь? Теперь мы должны прочитать заклятие воскрешения, чтобы вернуть его душу в тело и заставить его заплатить. Как ты думаешь, мы и правда можем это сделать? На этот раз мы имеем дело не с маленькой белой мышкой вообще-то. Мы имеем дело с чистым злом. Нам нужна книга заклинаний. Больше свеч, кубок и нож Атома. Хорошо. Но перво-наперво нам нужны благовония, потому что этот запах ужасен. Думаю, они есть вон там, в полке. Я принесу все, что нам нужно.
И бритву. Захвати бритву. Вот, держи. Свечи напоминают мне о том, как он не платил за электричество. Я помню эти времена. У них случилась ужасная ссора. Когда он не заплатил по счету, он ударил ее в лицо и поставил ей фингал. А потом мы с мамой сидели, прижавшись друг к другу, в ванной. Она просто прижимала нас к себе. А он стучал в запертую дверь. Все хорошо. Все хорошо. Гильда, сейчас же открой дверь. Открывай долбаную, сраную, чертову дверь, сейчас же. Открывай дверь. Открывай дверь. Милая, ну хватит. Это была случайность. Это была случайность. Еще одна причина заставить его заплатить за то, что он сделал с нами. Жаль, что мы не можем вернуть ее, чтобы стереть все мучения, через которые она прошла. Ей будет намного легче, когда мы заставим его заплатить. Нам нужно нарисовать пентакль и положить его в середину. Да, но нарисовать его надо смесью крови и слез. Ритуал будет более эффективен, если использовать жидкость перворожденной. Перворожденная — это я? Богини темных искусств. Просим вас благословить это катарсическое напоминание, чтобы мы смогли избавиться от боли, которая может привести к падению наших душ. Кровью перворожденной и слезами из наших глаз, мы молим вас придать силу волшебную этому зелью. Кровь, собранная в начале нового цикла, прямо из вен, и слезы кристально чистые и свежие, как утренняя роса. Мы взываем к силе ветра. Мы взываем к силе земли. Мы взываем к силе воды. Мы взываем к силе огня. Эту ночь мистические элементы мы взываем к вашей силе. Даруйте нам свою власть, свой свет и свою тьму. Когда приходит ночь и мир окутывает мгла, мы произнесем заклинание и вернем того, кто ушел. Душу очень темную, мерзкую, скверную мы проклянем и вернем на землю бренную. Пусть не успокоится и не узнает сна, и вечно мучается в гонениях она. Мы приказываем душе вернуться из мертвых. С ударом ножа пусть заклятие возымеет силу. Thank you.
Останови его! Верни его! Верни его назад! Не могу, тут нет заклятия, которые возвращают все назад. Должно же быть хоть что-то. Можно попытаться вернуть его душу силой, но он может улизнуть. У нас нет другого выбора. Нет, я не откажусь от возможности заставить его заплатить за все. Надо вернуть его обратно, верни его! Тут есть ослепляющее заклятие. Нужно запереть его душу в другом сосуде. Если ты проделай сирену, то его у нас нет. Нет, любой объект. Например, куклу. Принеси мне куклу. Вот. Сделай это. Давай, пожалуйста. Отправляю тебя назад, не туда, откуда ты пришел. Запираю тебя в неживой объект. Темная душа без бьющегося сердца. Да покинет тебя сила, а наша магия разорвет тебя на куски. Проклинаем тебя, и да будешь ты заперт, и не сможешь искупить свой грех. Проклинаем тебя, и да будешь ты заперт, и не сможешь искупить свой грех. Что теперь? Я не знаю. Надо найти способ поместить его душу в тело другого человека. Отлично, пойду еще одно тело поищу, и можно не волноваться. Да, все пошло как-то не по плану. Может, изменим смысл заклинания и произнесем его заново? Тут сказано, что заклинание можно использовать на одном теле только один раз. Я измотана. Давай попробуем решить проблему утром. Сейчас мы уже ничего не сможем сделать. Сирена, подними платье своей сестры. Ты что, совсем тупая? Когда я велю что-то сделать, делай это. Подними платье своей сестры. Бросай меня, Хильда. Вместе вы сильнее.
Я сюда не выхожу. И не понимаю, что тут делаешь ты. Не знаю. Наверное, просто хотела увидеть, не изменилось ли что-то. И не изменилось. Тут все в точности так же, как я помню. Это было ее любимое платье. Ей было 18, когда она вышла за него. Она всегда была такой красивой. Это правда. Ты очень похожа на нее. Похожа, правда? Сирена, прости меня за то, что я тебя трогала. И все остальное, что отец заставлял меня делать. Мы обе делали разные вещи друг с другом. Для нас это был вопрос выживания. Он и меня кое-что заставлял делать, помнишь? Я просто не хочу вспоминать. У меня бывают разные вспышки воспоминаний, но... А я все хорошо помню. До мельчайших деталей. Думаю, будет лучше, если оставить все это в прошлом. А я рада, что помню это. Наверное, все было не так уж и плохо. Даже в самые плохие дни все заканчивалось хорошо. Заканчивалось хорошо? Иногда, когда ты меня трогала. Мне было приятно. Думаю, тебе тоже нравилось. Я не про то, что нас отец заставлял. А про то, что мы сами делали друг с другом. Тебе очень нравилось, когда я нежно целовала тебя. Вот так. А еще мне очень нравилось... когда ты делала со мной вот так. Сирена, подними платье своей сестры. Ah!
снова напился перед ужином? Нет, сэр, нет. Почему бы тебе не завязать с этим дерьмом? Вот почему ты до сих пор живешь в моем доме. Ты просто позорище. Ты ездил в дом Холлов, не так ли? Не так ли? Я просто хотел увидеть тебя, сэр. Правда? Ну и зачем было это делать? Ты рассказал ей про деньги, не так ли? Нет, сэр. Я же сказал тебе, не ездить в этот дом, черт возьми. Мне пришлось по работе. Нет, я слушался моего прямого приказа. Папа, пожалуйста. Нет, никаких пожалуйста. Что я говорил тебе про уважение, парень? Что уважение можно только заслужить. А когда ты не слушаешь то, что я тебе говорю, это признак уважения, что ли? Нет. Еще раз? Нет, сэр. Держись от этого дома подальше. Я больше не собираюсь повторять тебе это. Ясно? Что ты рисуешь? Тебя. Ты еще не пробовала эти грибочки? Пока нет, а что? Мне кажется, они волшебные. Спасибо за предупреждение. Обращайся. Внизу есть еще целая ваза. Веди себя естественно. Притвори, что меня здесь нет. Ладно. Знаешь, у меня накопились целые кучи твоих рисунков за все эти годы. Правда? Можно посмотреть? Посмотришь, когда я закончу. Не шевелись. Такое чувство, что мы никогда не расставались. Это да. Все, чего я хотела, это чтобы мы были вместе. Вместе. Мы сейчас вместе. Что это было? Может быть, заклинание сработало? Это отец? Кажется, внизу кто-то есть. Не двигайся с этого места. Сирена.
Ни хрена себе. Вот мы и нашли тело. Мы не можем его использовать. Конечно, можем. И используем. Я думала, нам нужен труп. Нет. Он подойдет. Сирена, мы не можем. Ты не хочешь расплатиться с этим мудаком? Хочу, хочу, но... Помнишь, как ты злилась той ночью? Помнишь это? Что изменилось? Посмотри на него. Посмотри! Они все одинаковые. Просто пользуются всеми женщинами. Все они. Все одинаковые. Ты не знаешь. Зачем он здесь, по-твоему? Серьезно? С какого хера он здесь сейчас? И что я должна с ним делать? Я не знаю. Проучить его? И затем мы вселим душу отца в его тело. Да. Дай ему грибов. Тебе так будет легче с ним справиться. Какого хрена? Ты правда думал, что можешь просто взять и вломиться в мой дом? Что это за херня? Это что, кровь? О боже, ладно. Так. Я не знаю, что это за чертовщина, но мой отец будет меня искать. И он знает, что я могу быть здесь, поэтому просто скажи, где деньги, я уйду. Твой отец знает, что ты вломился в мой дом? Что ты несешь? Здесь нет денег. Не включай дурочку, Грейс. Деньги. Деньги, которые твой отец украл у прихода. Много денег, и я их найду. Даже если мой отец спрятал здесь деньги, с чего бы я позволила тебе их взять? Я доберусь до этих денег. Так? Или иначе? Нет, нет, пожалуйста, ты не можешь этого сделать. Ну, конечно, не могу. Ты вломился в мой дом. Я ничего бы не сделал, ясно? Я просто хотел припугнуть и забрать деньги. Потому что мне нужно свалить от него. Мне нужно свалить. Мне нужно... жизни. Тайлер. 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 Подсолнухи. Розовый тип. Ты нашла заклинание. Похоже, наш мальчик превратился в спящую красавицу. Спит, как убитый. Думаешь, то, что он сказал о деньгах, правда? Я не знаю. Я помню, как ребятишки говорили об этом, но я им не верила. А теперь самое сложное. Ты готова к этому? Ты готова сделать то, что требуется? Я знаю, что мы не будем знать покоя, пока не сделаем это.
Думаешь, ему будет больно? Как только в него селится отец, Тайлер ничего не почувствует. И он ничего об этом не вспомнит. А затем мы спросим отца, где деньги. Но перед этим мы вселим его душу в тело Тайлера. Он будет осознавать происходящее. Наверняка ему будет больно, но мы должны это сделать. Ты готова его держать? Да. Я понимаю, что это необходимо. Как только ты его подготовишь, мы начнем. Ты же не думаешь, что он может погибнуть? Я не знаю. Сомневаюсь в этом. Но разве это важно? Мы должны это сделать. Это правда единственный способ. Грейс, отец заставлял нас есть нашу собственную блевотину. Ты понимаешь, как мы будем страдать по ночам? Вспоминая, что он с нами сделал. Помогите. Ты серьезно заставишь меня все это делать саму? Ты не хочешь мне помочь? Ты первенец, помнишь? К тому же я перевожу заклинания и даю тебе инструкции. Я хочу восполнить те времена, когда не защищала тебя. Это не твоя вина. Ты должна это сделать. Мы должны это сделать. Я очень надеюсь, что это сработает. Я тоже. Тогда мы наконец освободимся от этих мук. Ладно, давай ступни. И начинаем. Тайлер, прости меня, сын. Нам нужно объединить силы воздуха, земли, воды и огня. Вместе с кровью и семенем. Моя месячная кровь и его семя в чаше. Хорошо. С кровью первенца и его свежими слезами. Мы умоляем тебя позволить нам получить это зелье. Кровь, собранная в начале цикла, вновь проливается. В этот раз все правда сработает? Да. Мы вселяем старую душу в новое тело. Мы взываем к силе воздуха. Мы взываем к силе воздуха. Мы взываем к силе крови и жизни. Мы взываем к силе крови и жизни. Мы взываем к силе земли. Мы взываем к силе земли. Мы взываем к силе воды. Мы взываем к силе воды. Мы взываем к силе огня. Мы взываем к силе огня. Мы очищаем эту живую душу, чтобы сохранить ее, пока мы заменяем ее другой. Теперь душа в ожидании. Ты очищена от остатков земного сознания.
На время наказания мы отдаем твое тело другой душе. Мы отправляем твою душу в потаенные глубины между светом и тьмой, чтобы сохранить ее, пока она не будет возвращена. Мы взываем к богиням темных искусств со всей тоской глубоко в наших сердцах. Освобождаем тебя от оков для жизни в новом теле. Освобождаем тебя от оков для жизни в новом теле. Освобождаем тебя от оков для жизни в новом теле. Освобождаем тебя для жизни в новом теле. Освобождаем тебя от оков для жизни в новом теле. Здравствуйте, девочки. Грейс, давненько не виделись. Недостаточно давно. Что такое? Ты боялся вернуться? Это нехорошо, Грейс. Разве так ведут себя со своим отцом? Ты был жалким подобием отца. Разве я тебя не обеспечивал? Одевал, кормил, дал тебе крышу над головой. Ты делал нам больно. Ты издевался над нами. Ты бил нас. Как тебе такое? Чувствуешь себя совершенно беспомощным? Чувствуешь боль? Ты всегда была неблагодарной. Я тебя воспитал. Я заботился о тебе после смерти твоей матери. Я бы не назвала то, что ты делал с нами, заботой. Проклятье! Он чувствует боль, но следов не остается. Сирена. Вот ты где, моя милая, прекрасная девочка. Не смей говорить с ней так, словно ты был ей любящим и понимающим отцом. Правильно, Грейс. Заставь его понять. Я сделал для вас все, что было в моих силах. Я растил вас твердой рукой, так же, как меня мой отец. Заткнись! Я не понимаю, следов не остается. Вообще ничего. Он чувствует, но раны появляются на трупе, а не на теле Тайлера. Что? О, боже. Нет никакого бога. Я посвятил всю жизнь служению Господу, но его не существует. Конечно, не существует. Потому что ни один бог не позволил бы тебе делать то, что ты делал с нами и мамой. Если бы он был, то отправил бы вас в ад за осквернение моего трупа. Единственный человек, который заслуживает гнить в аду, это ты. Хорошо, что ты потерял веру в бога, потому что я чертовски уверена, что его нет. Грейс, пожалуйста, скажем, что бог, веру в которого я вас воспитал, и правда, существует. Он бы сказал вам подставить другую щеку, не так ли? Любил нам говорить. Розги пожалеешь, ребенка испортишь. Потому что ты жалкий кусок дерьма. Пожалуйста, прошу. У вас есть шанс проявить ко мне милосердие. То, чего я не сделал для вас.
Кто чего не сделал для меня, мой отец. Ты правда думаешь, что раз твой отец издевался над тобой, то это оправдывает то, что ты сделал с нами? Ты никогда не жалел нас. Ты никогда не давал нашему плачу затихнуть. Прости, я не слышу тебя. Что ты сказал, урод? Это было за то, что ты сделал с нашей мамой. Прошу, я был больным человеком. Это болезнь. Это все алкоголь. Алкоголь. Да, я помню. Алкоголь. Я помню, как от тебя разило. Пока ты кружил над нами. Кружил над тобой и делал что? Даже не смей смеяться. Покажи ему шрамы. Шрамы? От того, как ты резала себе живот. Откуда ты знаешь об этом? Я просто знаю, Грейс. Покажи ему. Это был единственный способ, чтобы справиться с болью и почувствовать, что я все еще жива. Я воспитал вас жестко, чтобы вы были сильными. Я не виноват, что ты слабая. Ты не виноват, что она слабая? Ты использовал своих дочерей ради своего больного удовольствия. Ты ненормальный сукин сын. Для тебя хоть что-то это значит? То, как тяжела была моя жизнь после того, как я уехала. Хочешь послушать про тяжелую жизнь? А когда твоя жена умирает и оставляет тебя одного в невыносимом одиночестве? Она была нашей матерью. Она оставила всех нас. И мы остались здесь наедине с тобой, чудовище. Мне приходилось угождать сексуальным прихотям мужчин. Просто чтобы выжить. Только так я могла заработать денег, чтобы расплатиться за психиатров и госпитализации. Мне потребовалось много помощи, чтобы справиться с тем, через что я с тобой прошла. Вот видишь? Ты слабая. Слабая. Ничего. Меня так не удовлетворяло, как это. Расскажи ему о счетах за лечение. И за твои проблемы. Я не хочу говорить об этом. Ей бы не помешали деньги, которые ты украл. Это правда? Насчет денег. Хотите узнать о деньгах? Где они? Куда я их спрятал? Они с вашей матерью. В маленькой деревянной шкатулке, похоронены вместе с ней. Да, я взял их. Я взял их. Чтобы помочь ей вытащить ее из этой токсичной фабрики. Но она все равно заболела. Поэтому я брал еще и еще, чтобы оплатить ей лечение. Но ничего не помогало. Хотите узнать, сколько там осталось?
после всего этого. $1. Я похоронил с ней один ничтожный доллар. Так что можешь пойти и забрать этот жалкий доллар. Ты неблагодарная, мелкая потаскуха. Он тебя изнасиловал. Посмотри правде в лицо. Нет, он этого не делал. Он никогда не заходил так далеко. Он просто трогал. Он просто... Тогда почему ты не можешь иметь детей? Это... Очнись, Грейс! По состоянию здоровья. Это по состоянию моего здоровья. Ты расскажешь ей о ребенке? Или мне рассказать? Сирена. Эй! Сирена! Я оказал тебе услугу. Я спас тебя от участи мамаши в таком раннем возрасте. Это безумие. Я не могу поверить в то, что слышу. Ты мечтаешь есть тюленей? Запивать их шампаньон? Зачем же быть рыбешкой, если можно быть китом? Хочешь прокатить подружек на Феррари с ветерком? Но зачем же быть сардиной, если можно быть китом? Гуччи, Прада и армяне, будет все в шкафу твоем. Друг, забудь же, что ты рыба, ты же можешь стать китом. Зачем быть рыбой, зачем быть рыбой, зачем быть рыбой, если можно быть китом? Зачем быть рыбой, зачем быть рыбой, зачем быть рыбой, если можно стать китом? Ну зачем быть рыбой, нужно быть китом. Ну зачем быть рыбой, будь китом. Зачем быть рыбой, если можно быть китом? Орка88.ком. Пиратское казино номер один. Он изнасиловал меня. Это был его ребенок. Мне так жаль. Он избавился от проблемы. Он убил ребенка. Минутку. Здравствуйте. Доброе утро, мисс. Я шериф Уотерс. Я могу войти?
У меня тут беспорядок. Мне просто надо задать вам пару вопросов. Чем могу помочь, шериф? Мои соболезнования, Грейс. Я знал о кончине твоего отца и отправил сюда коронера, моего сына. Он помогал похоронить его рядом с вашей матерью. Спасибо, шериф Уотерс. Как я уже сказал, я послал сына. Он писал мне, что позаботится о вашем доме. Я сказала ему, что еще не приняла решение. Когда это было? Пару дней назад. Немного не по теме, но... Вы случаем не видели маленькую деревянную шкатулку? Я искал ее после кончины вашего отца. И нигде не нашел. Это официальные дела полиции. Простите, я не видела здесь никаких шкатулок. Прошу прощения, но мне нужно идти разбирать. Ладно, ладно. Спасибо за ваше время, но... Если вы увидите шкатулку, то сообщите мне, да? Обязательно. Рад был видеть, Грейс. Взаимно. Сирена. Он вернется. Что нам делать? Надо закончить начатое. Да. Давай закончим и будем жить дальше. Ты еще не удовлетворена? Не думаю, что смогу принести тебе достаточно боли за то, что ты сделал. Просто отправьте меня назад. Я не могу, пока ты не осознаешь всю серьезность содеянного. Ты тоже не осознаешь, сколько боли я испытал. Что со мной сотворили? Ты столько всего не знаешь. Вы никогда не видели своего дедушку. Потому что он застрелился до вашего рождения. Если бы вы его знали, то поняли бы, что я не такой уж и плохой. Он был тем еще членососом. Ты будешь оправдывать свои действия? Свои слезливые истории? После того, что ты сделал с Ириной и невинным ребенком, ты думаешь, что сможешь вызвать у меня к тебе хоть малейшую симпатию? Мне рассказать ей, что было? Или ты сам? Нет, не надо, Сирена. Прошу. Не нужно. Позволь ей жить в своих иллюзиях. Ты что-то сдал позиции? Или просто боишься сказать ей? Сказать мне что? Сирена, не надо! Заткнись! Закрой пасть! Пора. Прошу, просто отпустите мою душу. Я это не выдержу. Я не могу. Ну уж нет, трус. Ты примешь последствия своего страшнейшего греха. Твой ребенок, твой секрет. У меня было два секрета. Я рассказала всего один. Скажи мне. Вы больше ничего не можете со мной сделать, прошу. Пожалуйста, отпустите. Скажи ей. Она уже знает. Она всегда знала. Она просто не могла принять это. Thank you.
Но ты же здесь. Со мной. Я всегда была с тобой. Я никогда тебя не оставляла. Возможно. Ты настоящая. Я настоящая для тебя. Ты носишь меня в своем сердце. Я не понимаю. Он сказал мне, что тебя больше нет. Я везде тебя обыскалась. Ты просто исчезла. Когда магический круг начерчен, мечом Атамы или высшей силой, между двумя мирами возлягут его пределы. Сирена, прости меня за вещи, которые заставлял меня делать отец. Сирены Холл. Я больше не знаю, что реально. Что ты такое? Я то, что ты хочешь увидеть. Ты ведь не бросишь меня. Мы навсегда останемся вместе. Но как? Если ты съешь все грибы. Сирена! Сирена! Не бросай меня! Изгоняю твою душу навсегда. Не в тиши покой. Я изгоняю ее в тени, где ты никогда не найдешь покоя. Ты будешь скитаться в тенях и знать одну лишь тьму. Ненависть и печаль навсегда пропитают твое сердце. Ненависть и печаль навсегда пропитают твое сердце. Ненависть и печаль навсегда пропитают твое сердце.
Грейс? Что случилось? Я принесу тебе воды. Где моя одежда? Черт, только не снова. Мамочка должна быть здесь? Я по ней скучаю. Потише, ладно? Не волнуйся, я позабочусь о тебе. Я хочу домой. Вы сказали, что отвезете меня к маме. Посиди в машине. Думаю, я смогу это починить. Найди Орка 88. Получи 880 рублей за регистрацию и 200% на первый депозит. Поставь 6, 7 и далее по порядку перед адресом сайта. Зайди на актуальное зеркало и будь вместе с пиратским казино номер один. Мы не позволим ему сделать это, не так ли? Нет, определенно не позволим. Ладненько. Так. А теперь слушай. Пока что ты был очень хорошим мальчиком. Да? Так вот, если ты продолжишь быть послушным мальчиком, то получишь вкусняшку. Мороженое? Можем взять мороженого. Или, скажем, леденец. Леденец. Но главное, чтобы ты делал все, что я тебе говорю. Без исключений. И тогда ты получишь вкусняшку. Я получу вкусняшку? Получишь, не сомневайся. О, да. Вместе. Навсегда.